Он убили меня. Ёпта. Чего? А че так? Скирки походу. Так, походу. Нет, тебя тоже убил? Да, по мне прилетел. Ты живой? Серый, серый да, я минус, я минус. Че так это забей? Когда все будут хотеть зарабатывать еще больше. Может быть другая карта у них будет больше интереснее. Ну что-то знаешь, сейчас есть тоже другая карта, которая тоже интересная. Там файты не такие интересные, как здесь. Там слишком геймплей разный. Ну типам-то не файт нужен, типам лут нужен, по идее. Ну так все фулки здесь бегают, потому что, конечно, они тут и бегают. Чуть не могу готовность прозвать, это баг, да? А, понятно. Мы только на земле уже. А ты у нас был... Я умер. А вот и читак, кстати. Да, тебе повезло, что это он, кстати. Вы даже... Ты что, ты специально это сделал? Вы даже загрузиться не успели, что ли? Понимаешь, мы только высадились, и нам просто прилетел чел и убил. Кидайте репорт, только не забудьте. Хотите, чтобы вам вещи вернулись. Просто кинуть жалобу, где там, типа, указать почту. Я вот, знаешь, тебе указываю. 1345@mail.ru. Я не знаю, чья это почта. Я не знаю, чья это почта, чел. Но ему там уже столько... Спасибо за репортов пришло, наверное, блин. В следующий раз при репорте, когда попросят почту указать, надо Бузовой указывать. Я думал, Буянова. Пусть она будет тоже в курсе, что тут читера забанили. Не Буянов? Может быть, Буяновскую почту слышу указывать? Типа, прикинь, им на почту приходят письма о том, что вот эта контора забанила читера очередного. Им просто на почту постоянно будет БСГшникам приходить. Да, это иди. А есть почта БСГшников? Да мне кажется, есть какая-нибудь для обратной связи-то. Бля, я хочу это реализовать. Надо донат найти. Была бы у них компенсация, если читер тебя, короче, убивает, и они, как бы, ну, вот эту компенсацию выдают, просто давали бы 50 рублей на телефон. Я повторкой миллионером бы стал резко тогда. Не знаю, с таким наплывом читеров скоро наоборот будет. Типа заходишь в рейд, к тебе прилетает китаец. Говорит, 50 рублей давай. Телефон, лутать карта. Угу. Ты такой, чё сразу это, бля? Как нас вот на респе, как мы вот сейчас заспавнили. Да-да-да. Сразу такой прилетает, такой, ну чё, нормально? С сумкой такой, с этим, как его называют, типа с терминалом, который типа по карточке можно провести. Да-да-да-да-да. Сразу. По карте или наличной? Нет, сразу тебя с карты удаляют тогда, блин. Лучше интересует? Такой плащ открывает, там пистолет и все, что собрал в рейде. Я минус. О! Во, прилетел. Я понял. Серьезно, я вообще. О, бля. Так. Так, чувак, извини, но еще письмо придет тебе. Интересно, а если свою почту дать, придет уведомление? Да, да. Я свою писал, там приходит. Не хватит. Они на нас сейчас выйдут. Перед нами, перед нами. Прям. Бежит по дороге за сеткой. Голову дал. Фиолу. Фиолу дал еще две. Убил один фиол. Фиол убил. Лево, лево, лево. Голову. Лево голова. Ушел прям в корни. Себя закрою отлево дымом. Дал хаешку. Достал. Нету, не нету, нету, по-моему. Задел, не задел? Нет, ни одного не задел. Там он дальше улетел, еще один, кстати, корабль. Убил. Синяя каска. Еще за... Надо мной справа. Направо ушел, в корни. Ты еще прыгал, не? Я прыгаю, возможно.
Красная ППХ еще. Что? Где? Вот типа, которым я в голову дал. Или помнишь, да? Второй этаж? Я на втором этаже. Смысле? Тут несколько вторых этажей. Там второй этаж напротив, который. Да. Под этим. Под кораблем прямо. Под... Минус один. Там еще, по-моему. Два еще. Один дальше, один ближе. Один у меня упор. Зоню. Бля, мне больно. Ходи, уходи. Ушел. За тобой бежит. Мэтт, он за тобой гонится. Херня не хилится. Отступай, отступай еще ниже. Внизу прям, сам внизу. Значит, меня с двух сторон обходит. А, это вид, бля. Сука, сидит. Вид, двое, помогай. Дал голову. Перезакрою. Дал по синему. По каске? Пушат, пушат. Пушат тебя. Почти. Минус. Хилься, если надо. Да-да-да. А, так это ревик, ёпта, думаю, чё или нет? Вызову. Слева, сверху. Ой, больно, больно, там еще ревик, походу. Дал ему, мне больно. Тоже. Там тапал, короче. Пушит. Вот сират. У меня! Вид, поживи. Убил меня. Убил. Хорош. Бля, чуть-чуть Вита не засейвили. Пуля там у него. Угу. Да, у него вот сират и пулик. Сзади! Прям на лестнице. Читак. Сука. Нет, по-моему, там в прошлый фиол. Не, да почему тут фиол? Он на меня резко перевелся. С адвоката по мне все попал. Набор цифрок. Китайский читер, скорее всего. Да, китайцы. Мы их сегодня видели уже, этих типов, китайцев. Современно. Вы проиграли снаряжение игроку, которого заблокировали за нечестную игру. Примите компенсацию. Это, видимо, прям даже сегодня получается. А я до этого не играл. Ну вот. О, мне, кстати, тоже пришло. Это тот с ревиком, наверное. Да, первый, да. Да. Быстро, да, сработали, скажи. Там, наконец-то, они объединили этих своих... Нет. Трупы лежат, трупы лежат. Никого они там еще не объединяли. Ну, хотят, по крайней мере, объединить, наверное. Фиолетки лежат. Фиол. Адвокаты. Бродик возьмешь? Фулфиол, что? А, каску украл. Так ты ж подобрал уже одну. Нет. А, да. Это второй лежит. Можно мне сумочку побольше, чем серую, блин? У меня мысль, что я хочу, наверное, на выход. А что ты нашел? Не, просто что вас не смущает, что читак тут какой-нибудь очередной. Чё-то не подобрал все это. Может, уже места не хватило ему? Где? А мне? Ёптать, тут вообще тут это... здесь еще фиол! Ёптать! Может, реально читак? Адвокаты? Что? Ну, типа, камон, откуда? Не, в принципе, я тоже на выход хочу. Там есть еще один броник фиол? Я фулфиол. Да, есть, вот. Я возьму... Давай я фулфиол. А что-то Хуанчок нам принес, типа... Ладно, ничего, вы сразу репорт кидаете. Ну, что ты кидаешь? Я что-то представил это лицо. Ну, лут надо. Бери. Let's go отсюда нахрен, пока нам Хиончонг не прилетел и не сказал, что это мое. То есть двоих из одной тимы убивают, третий убегает. Вторая тима начинает его чейзить, отбегает. Тут приходим мы, забираем лут. Мы такие, о! Приходим. Они возвращаются, а там просто серые сумки, серые шапки. Не, ну, кстати, такой... Ще под музыку такой. Тай-тай, тара-ра-тай-тай. Тай-тай, да-да-да. Ага, здесь сразу другое под эту музыку вспоминается. Тихо, перед нами, 15. Стоп, убил.
Тебе надо оставлять? Конечно, надо убить другого. Что? Это РМТ-шеры, блядь. Все, валим на кедовых. Поиграли, блин, и хватит. Ну и так нормально, чё. Сколько у тебя, Гриш, 5 этих аспидов? 5, да, у тебя? Да, 6 получается. 11 штук! У Талда солить там собрался, что ли? Ну, полная сумка. $98,000 добыч. 80,000. Полтинник я ему дал. Я ему дал 37. А первому 106. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.